Мы сейчас находимся в Каменце-Подольском. Сегодня открытие туристического сезона. Там вдалеке, сейчас я пойду, там сцена, а тут фастфуд, уличная еда. Готовят в обильном пережаренном масле картошку, овощи. Сосиски, мясо. Кто хочет? Там вот вдалеке есть сцена. Люди отдыхают по полной. Сегодня позволяет еще погода. Погода солнечная, погода очень красивая. Ветра нету, солнце не очень жгет. Прикольные столики. Дякуємо нашим учасникам. А зараз музичне вітання. Гнат Куткевич, слова Тараса Шевченка. Чугунна голубка. Виконує Оксана Сисик. Ви гуляєте? Там, привіт. Ну, посмотрите, сколько людей. Сколько, очень много, очень-очень много людей. Мы подготовились к вербной неделе. Вот арки типа вербы. Что ты хочешь? Ну и писанки, соответственно. Людей очень много. Как говорит товарищ, говорит, это фигня. Да мало еще. Ну, по крайней мере, все равно. Зараз. По сравнению с прошлым годом. Посмотрим, там ярмарка идет. Пошли посмотрим. Девочка-бандуристка. Дальше мы не будем слушать полностью всю бандуру. Папа Шадик не могут запустить гуляли. Папе совесть не позволила. Мама еще на работе.